Он мурлычет. Знаете почему? Потому что мы его чешем шуршащей бумагой. Я не знаю, что это с ним такое, но ему так это нравится всегда. Вот так вот, смотрите, вот у меня лист. Он кайфует. Ой, какой кайф. Кайф, кайф, кайф. Кайф. Да? Тебя не видно, лицо твое не видно. И лежит, не уходит. Если я сейчас перестану, он начнет привлекать мое внимание. Он начнет елозить, валяться. Ой, я не знаю, почему он так это нравится. Да, 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 да. Он че, бедный. Бедный кот со странностями наш. Да. Вот такие вот у нас. Ой, 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 да, 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 да. Такие вот у нас почесухи случаются иногда. Это нам посылка пришла, это все вот упаковочный материал, на котором он лежит. Это от пальто пакет. И это вот тоже было. Я? Ой, давайте я вам еще покажу, как он мурлычет. Не знаю, слышно, нет? Я? Неудобно сидеть на карачках. На как это? На корточках. На карачках. Все? Почесухи закончились? Телефон фокусируй. Все? Ну давай, пока. Приветики! Ты решил там теперь и заснуть прям под этой бумагой, да? Ну вот видите, как его разморило. Вот он. Бумажное одеяло. Если бы я только знала. Зачем мы тебе покупаем все твои лежанки, если ты вон на целлофане вместо простыни и бумажка сверху. Разморенный кот. Вот кайф в жизни. Да, Гешка? Хороший мой. Давай, пока.